группа Егора Сорина завершает первый сбор сезона. В Архыз лыжники приехали на разведку. Попробовали? Понравилось. Здесь есть дороги для безопасных тренировок на велосипедах и лыжероллерах. Тропинки для походов и кроссов. Егор Сорин уверен, Архыз в перспективе может дать еще больше лыжникам-гонщикам. Вот, быстрее попадаем в отталкивание, быстрее! Заехав сюда на один день в прошлом году, Сорин решил рискнуть и привести команду на полноценный сбор в мае. В этом месяце эксперименты возможны. Нужно было понять, как переносится высота, а это 1650 метров, какой эффект дает, как проходит акклиматизация, как восстанавливаются спортсмены. С этой точки зрения Архыз – один большой плюс. Егор, я вижу здесь горы, реку, поляны. Мне кажется, у вас немножко другая картинка уже перед глазами. Ну да, приезжая в такие места новые, особенно в России, смотришь, где бы здесь можно в будущем проложить лыжную или лыжероллерную трассу. Вот это место мне больше всего нравится. Во-первых, здесь высота 1750, и во-вторых, здесь рельеф, он разнообразен. Есть место для, еще раз говорю, правильной лыжной трассы со всеми вот условиями гомологации. И также есть возможность построить лыжероллерную трассу. С другой стороны моста, вдоль по ущелью можно лыжную трассу проложить. То есть, в принципе, для этого все есть. А самое главное, эти земли, они как раз и у них и направление под спортивные объекты или под объекты туризма. В России нет баз в Среднегорье, на которых были бы созданы необходимые условия для подготовки. О необходимости их появления в последнее время много говорят. Но пока тренеры выбирают не между местами, где больше плюсов, а где не так много минусов. В Терсколе лыжники катаются на роллерах по дороге с интенсивным движением. В Кисловодске – по парку. Высокий туристический сезон в августе, когда в Среднегорье спортсменам вновь необходимо для подготовки, и в Архызе так спокойно, как в мае, уже не будет. По поводу возможности начать здесь и следующий сезон, Сорин думает. Сделают еще километров 5-7 обычной дороги. Не лыжероллерный раз, а обычной дороги. Уже можно будет сюда ехать, потому что будет более интересный рельеф. И мы бы сюда поехали бы. Но, еще раз говорю, нам нужна своя спортивная база, там, чтобы все было сделано для спортсменов. И зал тренажерный. Потому что сейчас мы приезжаем, селимся в обычные туристические отели и подстраиваемся под них. А не они под нас. Насколько знаю, федерация делала несколько запросов в Министерство спорта. Ну и насколько я знаю, вроде бы они рассматривают это место. Надеюсь, это все будет двигаться дальше. И в ближайшем будущем у нас будет своя база, еще раз говорю, в условиях Среднегорья. Пока же спортсмены и тренеры привозят с собой весь необходимый инвентарь. В перерывах между подходами во время силовой тренировки превращаются в противовесы и грузы. Соревнуются с экскаваторами. И не только. Сейчас опасно будет. На дорогу выйдут. Поэтому нам нужна лыжероллерная трасса. Мария Коробова, Иван Попов, Дмитрий Миронов. Все на матч. Архыз.